занято сидеть. Вы вместе, да? Нет, слушай, это после таких выпадов в мою сторону. Ну, просто я захожу, ты стоишь на коленях. Мне стало любопытно. Она плакала. Плакала? Да, она просто повелела. Паспорт не отдашь, да? Нет. Алексей, что будем делать? Как будем спасать нашу любовь? Короче, сейчас идем оттуда, где нет камер. Угу. Опытным путем проверяем друг друга, подходим мы. А после этого идем за... Слушай, Алексей, ты не на ту напал, у меня, понимаешь, воспитание. Прости. Спасла тебя от изолятора. У тебя мурашки даже пошли, да? Да, я тебя тоже.